Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру зомби-война. И будем сейчас с вами определяться с уровнем. Менять я формацию не буду. И начнем, наверное, вот с этой 76-й миссии. Попробуем пройти на 3 звезды. Ну что же, приступим. Так, ждем храбрости. Так, бежит у нас первый зомби. Так, ну, я думаю, мы успеем. Да, успеем. Все у нас хорошо пока. Ну, дальше все у нас по стандарту. Бросаем гранату. Вот так. Так, бегунья. Мы ее подбили. Так, бочку давайте сюда бросим. Как говорится, на всякий случай. Ну, давай, бей ее. Отлично. Один зомбарь стопорнул. Давайте еще гранату. Ну что же, все пока идет хорошо, все идет по плану. А вот это уже лишнее. Тут у нас, оказывается, будут камикадзе. Ладно, куда разогнался, а? Бежит. Ладно, сейчас его пожарник быстренько накумарит. Отлично. Так, у нас есть бутылка молотова. Она нам пригодится в дальнейшем. Надеюсь. Так, да. Оу-оу-оу-оу, дорогая. Отдохни маленько. Так, давайте, наверное, с вами гранатку бросим. Черт подери, у меня только пожарник остался. Но, по крайней мере, его никто не трогает. Это хорошо. Сейчас еще одну гранаточку туда бросим. Ага, вот и камикадзе вышел. Ладно, остается только вся надежда на гренадира, что он успеет пробить. И тогда мы пройдем с вами на 3 звезды этот уровень. И у нас это получается. Ну что же, ребята, поздравляю нас, и мы продвигаемся с вами дальше. Уровень миссии был сложно, так что все под контролем. Отлично. Так, ну что будем брать? 72-я. Давайте попробуем ее пройти. Опять у нас эти токсические зомби здесь, которые в спецкостюмах жаростойких. Так, здесь, ребят, мне пришлось так сделать, потому что иначе бы я не дождался, пока накопится храбрость. Ну что, сейчас гренадир тогда с этим поборется. Тихо, тихо, красотка, успокойся. Давайте вызывать пожарника, потому что сейчас тут все будет у нас гореть. Да, так оно и получилось. Так, храбрость к нам просто рекой течет. Давайте дальше гренадира. И, надеюсь, в эту толпучку мы сейчас кинем гранату. Ай, зря, зря бросил. Пожарник там со всеми расправился. Ну что же, кэп вышел, сейчас будет ускорение. Давайте еще гранатку бросим на всякий случай, вдруг там кто-нибудь выбежит. Ну, что же, ребята, я могу вам заранее сказать, что мы проходим 72-ю миссию на 3 звезды и продолжаем с вами далее. Ну что, ребята, давайте определяться тогда с миссией очередной и будем вперед двигаться. Ну что же, давайте пробовать 89-ю миссию. Надеюсь, у нас здесь все получится, так что ждем, ждем, ребята. У меня 3 бонуса. Пока тратить я, наверное, не буду. Ага, здесь у нас бегуны. Ну-ка. Ну, в принципе, неплохо вышло. Бежали они в кучку. Так что граната сработала на 100%. Ёлки-палки, тут очень много, смотрите, этих толстых. Так, подожгем их. Блин, только один загорелся. Ладно, сейчас, я думаю, мы их расколбасим. Сейчас опять побегут бегуны у нас. По идее, они через определенное время бегают. Что-то не видно пока. Так, две гранаты. Отлично, вот сейчас было хорошо сделано. Тихо, куда собрался-то, малыш? Гори. Ну что же, смотрите. Втроем они просто разбирают лихо баррикаду. И мы проходим с вами 89-й уровень на 3 звезды. Он был легким. Ну что ж, давайте определяться с вами тогда со следующей миссией. И это у нас будет где-то здесь. Так, я смотрю, здесь у нас нет звезды. Ну-ка, давайте-ка глянем. Сложно, нет, пока не будем ее трогать. Давайте вот, 86-я, нормально. Попробуем. Ага, здесь у нас, значит, вот такие зомбари.
Пока вроде бы все тихо, никто не бежит. Так, выходит пожиратель. Ладно, сейчас мы вызываем гренадира. Естественно, будем... Ах ты, бегун бежит. Ладно, ничего страшного. Бросаем гранату. Все замечательно. Куда разогнался? Отлично. Он в бочку врезался. Сейчас пока он ее разбомбит и сам сгорает. Оу. Все, все, ребята, все шикарно. Никаких повреждений пока нашему автобусу не было нанесено. Так, пожарничек у меня сейчас должен сработать здесь на отлично. Он у меня довольно крепкий парень, так что должен осилить здесь все. Так, вот так мы делаем себе в помощь. Потому что мы не будем сейчас справляться. Ребята, у меня есть пулеметчик. Ну, мы подождем маленько и воспользуемся обязательно его услугами. А может быть даже и не придется. Сейчас посмотрим. Смотрите, мы уже ломаем баррикаду. Гранату мы бросим на всякий случай. Да-да, ребята, скорее всего мы проходим эту миссию на отлично. Поздравляю нас. И мы продвигаемся с вами дальше. 86-я миссия у нас пройдена на 3 звезды. Что ж, довольно неплохо все идет. Хорошо, давайте сделаем так. Я возьму тогда бочку, наверное. Да, возьмем огненную бочку, заменим на огнеметчика. И еще мне, скорее всего, здесь понадобится фриз. Заменим на вот так, на резчика. И немножко, наверное, с вами прокачаем. Так, сколько? Ага, по одному добавляет, отлично. И на фризе. Все, шикарно. Больше денег у меня не хватает. Так бы я, конечно, еще бы немножко поднял бы. Ну, будем пытаться, ребята. 98-я миссия у нас на кону. Так, зомбари. Слушайте, они, по-моему, у нас к огню-то имеют резист, если я не ошибаюсь. Так, тут еще и пожиратель вылез. Ладно, ждем, ребята, гренадира. Сейчас гранату главное бросить. Вау, лучше и пожелать нельзя. Просто всю компашку одной гранатой разбомбил. Так, ладно, пожарнику пофиг на огонь. Этот бьет бочку, сейчас будет взрыв там. Ну что же, большую половину мы уже разобрали здесь. Но это, ребят, еще не конец. Сейчас будет жарко, я думаю. Оу, бегуны. Так, гранату на опережение. Черт подери, немножко не так. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Да, не получится пройти на 3 звезды. Все-таки автобус они мой задели. Ну и ладно, ребята, у нас сейчас совсем другая немножко здесь политика идет. Нам вообще нужно пройти этот уровень. Я его раньше не играл, поэтому и не знаю, что здесь будет. Так, смотрите, эти зомби меня просто отталкивают. Они не дают даже сделать удар. Так, здесь, конечно, пожарнику сейчас будет крышка, это однозначно. Да что такое, сколько этих волн здесь, а? Вы посмотрите, они бесконечно бегут, ребята. Да, просто не дают замахнуться даже. Ёлки-палки, я не знаю, как я здесь буду проходить. Смотрите, какая уже толпень здесь. Давайте гранату бросим. Вызовем Кэпа. Как вот мне через... Вы посмотрите, что творится здесь, а? Один за одним выходят пожиратели, плюс постоянно выбегают бегунцы. Очень-очень отвратная миссия. Мне бы, знаете что, ребята, пулеметчик сейчас был бы очень-очень кстати. У меня 86 ярости, надеюсь, мы успеем сейчас накопить. И я их всех тут расстреляю к ядрине фени, потому что, ну, это очень-очень сложно. Сейчас Кэп у меня еще ляжет. Да, смотрите, нет, успел все-таки шериф его подбить. Да когда же ты там накопишься-то, а? Ё-моё. Блин, время-то поджимает, ребята. Не так уж у нас и много его. Сейчас скоро волна еще побежит. Оу, началось, ребята. Поехали. Расстреливаем и бомбим баррикаду. Причем, ребята, здесь баррикада довольно, так скажем, укрепленная. Вы посмотрите, они там втроем ее бомбят и отнимается совсем помаленьку. Оу, еще волна бежит. Слушайте, должны успеть. Ну, отлично, ребята. Мы проходим с вами 98-ю миссию. Ее еще ни разу не играл. Так, мы получили с вами 2 звезды и продвигаемся с вами далее. Карту мы еще откроем сейчас.
Ну что ж, неплохо. Тут еще можно загорючку открыть. Так. И здесь. Блин, ребята, а у меня с бензином там проблема. И открывается у нас сотая миссия. Нормально. Так что я думаю, в следующей игре мы, наверное, с вами будем уже проходить именно с нее. Ну, посмотрим там. Ну что, ребят, продолжаем играть. 101-я миссия у нас на кону. Поехали. Опять, как вы видите, зомби, который... О, тихо. У нас бонус. Ладно, ерунда, ребята, что они сейчас будут бить мой автобус. Сейчас у меня цель вообще пройти эту миссию, а не на 3 звезды. Ну, конечно, было бы неплохо, если бы у меня получилось, но пока этого не видать. Так, зомби с поясами. Это очень плохо. Они взрываются, насколько вы помните, после смерти. Так что вот так это как-то происходит. Давай, гренадир, бросаем, наверное. Не, погодите, этих сейчас мы здесь так заколбасим. А вот теперь можно гранатку бросить. Ёлки-палки, еще и бафер там вышел, а? Еще и гнилорукие здесь же. Ну, это совсем никуда не годится. Так, давайте генератор, я надеюсь, нам по-быренькому все это будет делать. Черт подери. Бегут, бегут, бегут. Отлично. Ну что же, у нас тут пока 3 гнилоруких. Идут эти камикадзе, так скажем, с шахидскими поясами. Вот так вот. Черт, не хватает мощей, ребята. Элементарно справиться с ними. Да, надо будет их подкачать в плане дамага. Если бы мы наносили бы им урон колоссальный, поверьте мне, все бы намного быстрее бы здесь продвигалось. Так, огнеметчик. Ну, я надеюсь, ты сейчас тупить-то не будешь, а? Ну, наконец-то начал жарить. Да, и очень-очень маленький у него, конечно же, урон. Я его взял здесь только ради того, что все здесь у нас будет в огне. А он единственный, ну как единственный, помимо пожарника и гренадира, которому все равно на огонь. То бишь, он имеет резист, сопротивляемость. Так, ну что, ребята, вот мы бьем баррикаду. Отлично, проходим мы эту миссию, 101-ю, на 2 звезды. Ну, потом, конечно же, я буду проходить эти уровни, наверное, на 3 звезды пытаться. Но сейчас надо открывать карту и смотреть, что там будет у нас далее. Так, отлично, открываем за горючее. Открылась у нас миссия бонус. Тайник, давайте возьмем, глянем, что здесь у нас выпадет. Так, тут испытание 2 невозможно. Еще один уровень открылся у нас. Так, елки-палки, я тут весь бензин потрачу, так открывая это все, а? Ёлк, куда он там идет-то? Ну что ж, давайте глянем. Это у нас 103-я миссия. Так, откроем с вами ящик, и что-нибудь хорошее-то выпадет. Так, 2 бензина, таблетки и бонус нам выпал. Ладно, хорошо. Могло бы быть и хуже. Менять я никого не собираюсь, ребята. Давайте пробовать тогда с вами. Нет, сюда нас не пустят. Нужно 356 звезд. А у нас всего 306. Еще 50 звезд надо где-то надыбать. Офигеть. Это, короче, надо все уровни проходить. Абсолютно все на 3 звезды. Чтобы нас допустили к этому испытанию. И я даже думать не хочу, что там будет твориться. Ладно, здесь мы ждем, ребята, ждем. Вот так вот. Интересно, получится? Нет, не получится. У нас опять на 3 звезды. Как видите, они сделали урон автобусу. Ну да ладно, будем пытаться вообще пройти. Гранаточку. Так, ага, здесь у нас, значит, еще и бегуны. Ладно, ну, давай, шериф, бомби. Отлично. Так, гренадира. Сейчас мы кинем в эту толпучку. Хотя, можно было бы и не кидать, по идее. Пожарник справился. Так, да что такое-то без конца, бесконечно не бегут, а? И вот у них вот эта вот дурацкая мания отталкивать моих солдат от себя. Они их только хотят замахнуться, и они ударяют. И избивают тем самым и удар, и я, например, гранату не могу бросить. Так, тихо. Давайте-ка перехватывать. Черт подери, да как ты так с одного удара? Я не понял этого. Что за нелепица, а? Давай, сгорайте все. Отлично тут получилось.
Нет, их тут слишком много. Я даже не знаю, ребят, получится у нас или нет. Хотя, если я сейчас накоплю себе пулемет... Вот он. Давайте делать пулемет. Потому что так дольше продолжаться не могло. Они бы тут просто-напросто заполонили бы все. Черт, гренадир промахнулся. Так, давайте, наверное, тогда вызовем вот пожарника. Ну, а следом будем вызывать Кэпа. Без бафа нам здесь будет очень жестко. Давайте еще генератор. Так, ну что? Отлично. Кэп у нас пока отбивается. Все отлично. Давайте сейчас гранаточку бросим на опережение. И приступ. Да что ты будешь делать? Ну, так, придется строителя вызывать. Он у нас тоже по дамагу очень неплох. Лишь бы не сгорел нафиг. Куда ж ты там через огонь-то побежал, а? Все-таки он загорелся, ребят. Ладно, есть еще надежда. Ну, давай. Ребята, ну. Да что вы там тупите-то? Все, ребят. Ух, 103-я миссия у нас пройдена. На 2 звезды. Хорошо, продолжаем с вами далее. И надо... Тут откроется у нас сейчас карта. Пока ничего нового нету, не открылось. Да, печалька, конечно. А нет, ребята, вот у нас 105-я миссия, нормально. Давайте попробуем ее теперь пройти. А почему бы и нет? Так, у нас здесь полицейские. И с поясами. Зомбари. В общем, все довольно медленные. Я надеюсь, здесь никто не побежит. Тогда все будет отлично у нас. Да какого лешего же ты промахнулся, а? Надо было немножечко попозже бросить, и тогда бы все было бы хорошо. А в идеале вообще подойти, да? И вот в эту толпучку бросануть. Храбрость. Пожарник, давай, действуй. И надо, мне кажется, что-то нам с вами как-то в следующий раз усилить. Или коктейль Молотова, чтобы он наносил больше урона. Хотя здесь это не актуально, потому что здесь, сами видите, у нас в защитных костюмах чувачки, а против них бесполезен огонь. А они зато неплохо после смерти травят моих ребят. Так, гренадир. Давай, прям в толпу бросаем. Ай, он куда-то сместился. Ладно. Хотя бы так. Давайте Кэпа. Сейчас он баф навешает. И мой гренадир, по идее, должен там нормально орудовать. Пулеметчик. Вот это хорошо, кстати. Надо воспользоваться. Немножко тут подзачистим. Все, отлично. Сейчас бросаем гранату. Даже две бросим. Вот так. Огнемет. О, ребята, они бесконечно прут. Нету даже никаких перекуров здесь. Просто лезут и лезут. Так, ну, огнеметчик, как вы помните, сам по себе фуфло. Опять же, я его взял только лишь из-за того, что... Ну, я вообще-то уже говорил, почему я его взял. Вот. Так. В принципе, строитель здесь не особо-то и нужен. Потому что если сейчас тут будет все у нас гореть, он, соответственно, сдохнет. Да вы посмотрите, что происходит, ребята. Просто стена. Где мой пулеметчик? Мне он нужен сейчас. Как манна небесная. Ну, ё-моё, ярости еще очень-очень много надо. Так, давайте гранату сейчас пальнем туда. Нет, не хват... 4 всего, ребята, вот. Пулеметчик у меня, в принципе, готов. Ну что же, я думаю, что, наверное, надо воспользоваться его услугами. Так, ну пока вроде бы поменьше их стало. Давайте все-таки делать. Это бесконечная волна, она никогда не прекратится. Ну, пробиваем, ребята. Ёлки-палки, а у меня там, два пожарника. Ну ладно, хотя бы они в ближнем бою. Сейчас гренадир подбегает. И, как говорится, им в помощь. Давай, ребята, пробиваем. Совсем малость осталась. Все, ребята, отлично. Мы проходим с вами 105-ю миссию. Да еще причем 3 звезды получаем. Да, я даже не думал, что мы так пройдем лихо. Отлично, продолжаем с вами дальше. Надо определиться с миссией. Оу, карта-то открылась. А у меня, ребята, к сожалению, и бензинчик-то закончился. Но, по правде говоря, я думал, что здесь всего 100 миссий. А тут, извините меня, уже 105-я. Ну что же, ладно тогда.
Продолжаем, ребятушки, продолжаем с вами играть. 104-я миссия, а здесь у нас 106-я. Давайте со 104-й начнем. Да, две горючки, как говорится, потратим. Опять эти же самые зомбари, елки-палки. Ладно, надеюсь, здесь не будет никаких у нас бегунцов. Нам бы ее, ребята, пройти. Тут уже разговора о трех звездах пока нет. Не будет. Оу, елки-палки. Ну, черта с два, блин. Подбегают они к автобусу. Естественно, наносят урон. Значит, три звезды нам уже здесь не светит. Так, бросаем гранату. Ага, гранату. Не успел он, к сожалению, у меня бросить его. Убили эти зомбики. Так, давайте, наверное, с вами гренадира вызывать. Слушайте, по-моему, эта миссия похожа на 105-ю или какая там у нас была. Тихо. Черт подери, ну как так, блин? Трех зомбарей пропустили. Ну, сейчас развалят мне автобус нафиг. Давай, пожарник, хотя бы ты прикрой. Отлично. Елки-палки, ожил труп пожарника. Блин, а он у нас взрывается. Да. Ладно, Кэпыч пошел. Давай бафай. И я надеюсь, у нас тут все получится. По крайней мере, я не вижу, чтобы кто-то сейчас... А, вот они бегут. Давай, перехватывай, перехватывай, перехватывай. Отлично. Все, высылаем гренадира. Как говорится, в помощь на пробитие баррикады. Сейчас туда гранату еще пульнем. Вот так вот. Пройдут, прошли, загорелись. И это хорошо. Так, храбрость, естественно, забираем. Давайте огнеметчика, потому что долго ждать, пока там гренадир этот откатится. Пожарника еще тоже очень долго. О, ребята, как вы видите, мы проходим с вами 104 уровень. Ну, а на этом, ребята, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все, всем пока и удачи вам!